Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Детсад, начальную школу и ФОК построят в поселке Западный. Пресс-службе Департамента градостроительной политики рассказали, что в районе Солнцево на западе Москвы построят 3 объекта образования и спорта. Об этом сообщает агентство новостей «Москва». Уточняется, что объекты входят в программу реновации в поселке Западный. По информации издания, речь идет о детском саде на 230 мест, а также о блоке начальных классов на 175 мест и физкультурно-оздоровительном комплексе. В этом районе в программу реновации вошли 43 жилых дома. Согласно данным, в них проживает более 7400 жителей. По словам специалистов, для волнового переселения утверждены 4 стартовые площадки. Их мощность достигает 119,7 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что программа реновации касается почти 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!